Итак, снова здравствуйте, мы продолжаем проходить эту замечательную игру. Да. Вот такая вот шняга. Немного патронов нам дали. Блин, а я уж думал, что у меня будет собственный бункер. Странные телепорты. Вот эта пушка просто нереально мощная. Только патроны сильно тратят. Чини тайник. О, самый первый энергетический пистолет. Ну нет, второй, ладно. Что про него пишут? Один из первых лазерных пистолетов. Не очень популярен из-за устаревшей конструкции. Это что, нормальная конструкция? О, у нас левел. Я и забыл об этом. Так, что еще? Меткость там. Здоровье можем качнуть. Интеллект. Пора бы. Нет, яйца пришельцев у пришельцев между ног. Это коконы. О, да тут в яйцах еще имплантанты. И патроны. Их выгодно уничтожать. Вот чего не хватало оригинальной игре. Чтобы за уничтожение яиц давали какие-то ништяки. Потому что ну зачем их тогда уничтожать? Пусть лучше тогда пришельцы выведутся. Но это в оригинальной игре. Здесь, как вы видите, все новое. Эта пушка просто убийственная. Жаль, что энергоснарядов нам не очень много дают. Чтобы я только этой пушкой пользовался. Еще нужно силу прокачать. И продать кучу этого дерьма. Так, гиблинги сраные. Видите, как я отжираюсь. Хотя это еще и броня меня спасает. Ну что же. Нужно пользоваться не энергетикой, а нормальными вещами. Опять военные. Задолбали уже. О, еще более крутая броня. Что-то здесь немного брони дают. Это значит, что много будет врагов, да? Или нет? Как бы мне еще сюда пробраться?
Ага, помощи ждать неоткуда. Я так понял, меня уже демпилировали. Ага-ха. На. На, сволочь. Мой пулемет у тебя отымели. Какой же он живучий. Хотя с таким пулеметом действительно он. А куда вы идете, сволочь? А, ну сюда мы еще придем, похоже. Так это даже не секретка. Обидно. Или секретка. Аптечка даже есть. Неужели у нас больше не будет этого магазина? Я хочу магазин. Почему? Что делают солдаты в том месте, где пришельцы вообще яйца свои хранят? И опять меня попытаются убить, я угадал. Спасибо, я сначала кучу бабла у вас заберу и закуплюсь. Это мало ли. А что для этой брони нужно? А, денег просто не хватает. Так сейчас намутим вам денег. Desert Eagle. Он разве такой мощный? Фигурировал во многих фильмах. Ну ладно. Так. (218). ПУ «Вулкан» ТФ-5 «Шквал». Ручная ракетная установка с системой наведения. Тройной ствол значительно повышает скорострельность. Вот это мощная штука, конечно. Да, как бы нам ее купить? Ну, пока что мы не в состоянии, я думаю, будем его купить. Вот. Это продаем.
2500, блин, фигня. Вот та, что за 4000. А там ремонтировать еще можно было раньше. Так, вот эта вот хрень давайте продавать потихоньку. О, сколько много, давайте еще продавать. Можно так бабла зашибить. И патронов для пулемета продать побольше. А вот эти не буду продавать. Эта пушка очень мощная, чтобы... Слишком мощная, чтобы продавать для нее патроны. Джейн. Я ее знаю, и она некрасивая. Я отомщу за его смерть, блин. Для женщин месть как бы не свойственна. Ну, по моему опыту, естественно. Я ни разу не видел, чтобы женщины мстили кому-то. Если их нагнули, то им это или понравилось, или же, в общем-то, нарываться им не свойственно. У них много плохих этих. Но... Да. Они скорее трахаться со своим обидчиком будут, чем нарываться на него и мстить кому-то. Представьте, если не знать, что яйца можно разбивать, то здесь можно вообще... Ну, будет очень тяжело играть, я бы сказал. Так. Рань господня. И как она собиралась одна с такими инопланетяшками справиться? О, ёпта. Ёпта. Тайник это называется. Это называется пиздец, а не тайник. Интересно, там инопланетяне эту Джейн убьют? Смогут ли они это сделать? О, броня. Ну нафиг она мне нужна. А здесь закрыто, да? О, уже наш пулеметик с достаточным количеством патронов. Пошли дальше. Но я уж думал, она без меня ходит. Не ждет меня такая бесцеремонная. Почему пришельцы патроны в свои гнезда засовывают? Тоже что ли секретка? Эти вот чуваки с разрывными снарядами, они так мне надоедают. Гляньте, один монстр другого атаканул. Видели?
Круто, я не знал, что такое может быть. Почему я его не могу? А, он за меня? Что? Блин, я не знаю, у вас что-то было видно. Ладно, плевать. Что-то выкину на рабочий стол. Заметили, он вроде бы как и меня пытается атаковать. Ну вот видите, он не следует, а как бы пытается меня атаковать. Но не атакует. Прикольно сделали. Блин, да ты задолбал толкаться. Ручной. Ёпта! Я забыл побегать. А, все равно все тайники нашел. Итак, это была серия, неважно. Все. Всем пока, до следующих серий.